Последний день осени работники Центра дополнительного образования решили проводить необычно. Между командами Кашхабской школы номер 1 и школы номер 2 состоялся КВН. Свои творческие и интеллектуальные способности продемонстрировали педагоги. Во время игры участникам необходимо было проявить себя в 5 разных конкурсах. Приветствие «Мисс Мода осени 2016», конкурс капитанов в интеллектуальном конкурсе, экспромт и домашние задания. Добрый день, уважаемые гости! Очень приятно видеть вас сегодня в этом зале. Осень уже подходит к концу, и вот-вот настанет зима. Для кого-то осень – это красавица в позолоченном платье с яркими пятнами красок, для кого-то печальная царевна Несмеяна, вечно проливающая слезы дожди. Так какая она осень? И мы хотим, чтобы именно эта осень 2016 года осталась у нас в памяти яркой и веселой, решили сегодня провести праздник. Праздник осени. И пускай в этот ноябрьский день звучит красивая музыка, льется веселый смех, ваши руки не знают усталости от аплодисментов, и вашему хорошему настроению не будет конца. Я объявляю наш праздничный осенний марафон открытым. Конкурс приветствий. Команды должны определить свои названия команд, представить свой девиз, представить нам капитана своей команды и коротко рассказать о каждой участнице. Итак, мы начнем с команды школы номер 1. Разлучны никогда! Наша речевка! Мы веселая команда, не умеем мы скучать! С нами ты посостязайся, ты рискуешь проиграть. Нас никто не убивает и не любит отступать. Хотим мы команду представить, а каждому немного сказать. Саида лучше всех ждет ее большой успех. Красива и сильна, обаятельна и умна. Оксана покладает девчонка просто класс, умеет шить, плести, вязать и во всем всегда примером быть. Аида, она сильная, популярная такая. Дарина, активная, чудесная, девчонка удалая, яркая, красивая, с озорной улыбкой. На нашем конкурсе веселым имеет вес, авторитет. Короче, представляем слово ей. Спасибо, друзья! От роду мне 30 лет, привычек вредных нет. Еще я многое умею: вязать, готовить, вышивать, кроить, плести и танцевать. Порой могу быть неправдивой, обидчивой, самолюбивой. Расстроиться при неудаче, а злясь, обидчику дать сдачи. Что про себя еще сказать? Счастливой в жизни я мечтаю, и того же всем, вам всем желаю. Вас приветствует команда «Осеннее небо». Наш девиз: «Светят звезды в вышине над Россией нашей. Звезды ждут нам все в беле, дарят нам тепло и свет». Капитан команды. Созвездие Водолея. Есть два типа Водолея. Ангел – лето, дьявол – осень. Но во мне они балдея могут сосуществовать. Вежливо, прямо, правдиво, любопытно, справедливо. И душой своей осенней вас мы будем удивлять. Познакомьтесь, это Лев. Сам себе как барельеф. Знаки солнца и огня, пусть все знают, лидер я. Я врожденный предводитель, у меня такой девиз: только первый главный приз. Созвездие Овна. Я немного импульсивна. Что не так, я агрессивна? Мы надежно и правдиво, и весьма честолюбиво. Я детей, я трус, садюсь.
лев дама. Коль рожена под знаком львицы, со знаком этим сложно жить. Но стоит ли ее винить? Я всегда экстравагантна, чересчур порой азартна. Цель мчусь я прямиком, успеваю все кругом. Я как девушка-стрелец, безудалый молодец. Всех всегда я в миг влюбляю, приключения обожаю. Я огонь, но не пожар. Овен – это знак огня. Неутомимость отличает меня. Я оптимист, идеалист, в намерениях я тверд и чист. Чтоб доверие заслужить, меня надо любить и хвалить. Итак, мы прослушали приветствия наших команд, за что большое спасибо. Провожаем команду на место. Пока команды наши отдыхают, а жюри выставляет оценки за первый конкурс, я хочу пригласить на эту сцену юных участников нашего сегодняшнего праздника. Осень постучалась к нам золотым дождем, и с умыми ласковым солнечным лучом затянул печальную песню листопад. И под эту песенку засыпается, а любимая ягодка словно огонек согревает, радует нас солнечный денек. Может, как-то в лодочке листики кружат, серые холодные тучи растущат. Обе команды были блистательны, борьба была нешуточная. Очень активно команды участвовали в конкурсах, импровизировали, зал безудержно хохотал над костюмами участников, а конкурс капитанов вызвал бурю аплодисментов. Прячутся, скрываются.
Жюри в составе директора Центра дополнительного образования Сусанны Мирчановой и методиста Майи Бижевой выпала нелегкая задача – судить выступления команд, решать, кто лучше. И в итоге победила дружба, с чем мы и поздравляем обе команды.